как жить, когда стены дома рушатся, а крыши вообще нет. После каждого дождя захожу и вот это вот подтягиваю. Почему из-за глухоты чиновников перестают слышать дети? Есть проблема, вы ее не решаете. Проблема вот она. И пить или не пить? Какая вода течет из-под кранов чиновников Челябинской области? Александр Ильич, глоток за здоровье граждан. Выясним сегодня вместе. Глава администрации Ульяновска Сергей Панчин не выполняет решение суда о переселении граждан из аварийного дома. 12 семей живут в помещении, где каждую минуту могут рухнуть стены. Часть потолка уже обвалилась. Чудом никого не убило. Команда программы «Контрольный звонок» предложит чиновнику выполнить требования закона. Сегодня же. Представьте себе, кто может. Сергей Сергеевич, у нас есть срочная проблема, которая не терпит отложения. Жильца с улицы Локомотивной негде жить. Их дом рушится. Что вы можете сказать по этому вопросу? Я отвечу на этот вопрос очень спокойно. Во-первых, уважаемые господа, я очень уважаю жителей с улицы Локомотивной 128. Сегодня идет прием по личным вопросам, и можно без телекомпании НТВ прийти к Панчину на прием для того, чтобы разрешить. Вам приходили. Глава администрации пришел на запланированную встречу с жильцами проблемного дома и очень удивился, увидев съемочную группу НТВ. Раньше граждане приходили одни, и разговор с ними заканчивался довольно быстро. Вам приходили, и не решалась проблема. Еще раз говорю, где можно записаться, прийти и решить данный вопрос. Так вопрос этот не решается с 2012 года. Каждый раз, глядя на серое осеннее небо, жители 128-го дома на улице Локомотивная молятся о том, чтобы туча обошла их стороной. Иначе вечер опять придется проводить с ведрами и тряпками в руках. В доме фактически отсутствует крыша, а значит, вода льется прямо на головы. Скажите, вот эти следы, это вот, ну, вода льется у вас? Это да, льется вода, да. Если бы я туда еще... Мы сейчас просто как сделали еще? Постелили линолеум. А, чтобы он как бы немножко оттолкнул? Чтобы вот немножко, да. Ну, вот она как бы линолеум. Но он все равно, конечно, не спасает. Не помогает, да? Нет, не спасает. Ну, вот я залазю туда после каждого дождя и вычерпываю в эту воду. Если я не вычерплю здесь, вот такая же вот опять шишка становится... Льется все, ну вот хочешь не хочешь, я даже вот после работы прихожу, поздно, не поздно, темно, не темно, я лезу туда, потому что если я туда не залезу, у меня ночью может прибить вот этим потолком. Проблема нашего дома началась очень давно, но слезы наши начались летом 2011 года, когда у нас сначала только тихонечко хлопнула крыша. Мы начали со своей, конечно, управляющей компании. Отремонтируйте нам, пожалуйста, крышу. Не переселите, не дайте новой квартиры, отремонтируйте. Ноль. Мы пошли, значит, ну, коли управляющей компании и домоуправления ничего не делает, значит, мы пошли в жилищную инспекцию. Жилищная инспекция нам торжественно пообещала, что до 1 октября 2011 года нам все исправят. Если не исправят, значит, их накажут. Не произошло, ничего не изменилось. Только так как не изменилось, мы прошли в прокуратуру района просить, если вы не отремонтируете, у нас крыша провалится, погибнут люди. Никакого, ну никаких сдвигов. Крыша обвалилась, в подъезде крыша обвалилась, в квартире обвалилась, чуть не погибла соседка. Приехала МЧС, сказали категорично, в этом доме проживать нельзя. И с этого момента начались разные обещания. Переселим осенью, переселим зимой, весной и летом. Кто обещал? Глава района, жилищное управление города. Жильцы дома обратились в суд и выиграли дело. Было принято решение о незамедлительном расселении из аварийного здания. Но люди ждут новых квартир уже второй год. Жильцы опасаются, что крыша может окончательно рухнуть в любой момент. И никто не гарантирует, что в следующий раз обойдется без жертв. А вы знаете, что есть угроза жизни? Дом рушится. Знаю. Я знаю. Я предупрежден об уголовной ответственности. То есть вы несете уголовную ответственность? Я несу персональную уголовную ответственность. И вы нарушаете грубо закон. Потому что обязаны были оставить участие. Давайте вы скажите, Александр Ильич. Господин Ермаков, вот при вас, господин Панчин, я хочу обратиться к господину Ермакову. Не ваши слова, что я вам клянусь, что четвертый квартал 2014 года вы будете расселены самый-самый поздний январь 2015.
объясните наличие таблички на нашем доме. Ваш дом будет расселен в четвертом квартале, запланирован на расселение, в четвертом квартале 15-го года. Сначала представьте, скажите, да, что Ермаков Александр Сергеевич, начальник отдела по учету и распределению жилой площади. Расселение вашего дома запланировано на четвертый квартал 2014 года. Однако, в связи с отсутствием финансирования в настоящее время достаточного для проведения этих мероприятий, я не уверен, что мы сможем выполнить их в четвертом квартале 2014 года. То есть вы грубо нарушаете закон? Послушайте меня. Вот эта программа, она запланирована на 14-17 год. Что мы... значит, есть жилищный кодекс, в котором прописано, что они должны получить вне очереди, а это именно потому сейчас. Потому что есть акт МЧС, что наше жилье представляет угрозу. К сожалению, администрация города Ульяновска не обладает достаточным свободным фондом, чтобы расселить вас за собственный счет. Вы согласны, что вы нарушаете закон? Я согласен с тем, что ваш дом аварийный, и он подлежит расселению. Законом 47... Девушка милая, я вас убедительно прошу, вот эти дома, те, которые 21 дом по программе, они будут именно отселены немедленно, как только нам открывают с 1 ноября финансирование. И мы, я уже говорю, что 50% мы жилья уже практически у застройщиков подобрали для того, чтобы их расселить практически. Где жить сейчас? Кроме скажите, где жить сегодня? Я хочу отметить, что когда произошло вот это вот обрушение крыши, незамедлительно с гражданами были приведена мною лично с каждыми беседа, в ходе которой им было предложено переселение в маневренный жилищный фонд. Мы предусмотрены законом. Извините, здесь социальные и им должны предоставить вне очереди жилье соответствующее законам такое. Смотрите, пожалуйста, маневренный фонд. Вот этот маневренный фонд, его нужно сносить немедленно. Предложили нам квартиру в густом лесу, разрушенной, и две в черте Ульяновск уже заселенные. Мы предложили вам квартиру, чтобы устранить угрозу жизни и здоровья. То есть вы считаете, что вот эти вот квартиры не представляют собой угрозы для здоровья? Вы посмотрели? Были проверки с прокуратурой и жилищной инспекцией. Ни жилищная инспекция, ни прокуратура не посчитала их аварийными или непригодными для проживания. Вам дом, а вы переедете в этот дом. А я ему предлагал, он не согласился. Подождите, я хочу услышать. Как вам такое предложение? Мое предложение, что каждый должен исполнять свою работу. И мы ее исполняем в соответствии с действующим законодательством. На самом же деле чиновник грубо нарушает закон, и об этом есть апелляционное решение Ульяновского областного суда. Выдержка. Доводы администрации Ульяновска о том, что жилищное законодательство не предусматривает неочередного предоставления жилья гражданам, проживающим в домах, признанных аварийными, не могут быть приняты судебной коллегией, так как основаны на неправильном толковании норм материального права. Иными словами, чиновники, от решения которых зависят жизни людей, нарушают закон, потому что неправильно его понимают, а судебные решения в пользу людей просто не выполняют. Нами предприняты меры по устранению угрозы жизни людей. Какие меры? Палка? Подождите секундочку. Отойдите немножко. Вот смотрите, ребенок, да? Вот эта женщина сегодня где ночевать будет? Вот она конкретно сегодня где будет ночевать? Вы были в том доме, где крыша провалена? Мы спать ложимся и молимся, чтобы мы завтра проснулись. Уважаемые молодые люди, жилья в городе свободного нет для того, чтобы заселить. Помимо разрушенной крыши, в доме элементарно отсутствует канализация. Люди вынуждены ходить в туалет на улице. Я сам стоял на очереди 19 лет на жилье. А вы 19 лет, извините, ждали без крыши? Вы были у них? У них туалет на улице находится. Вот эти дети вынуждены бегать минус 30 на улицу в туалет. Видели, деревянный дом такой стоит. Им поставили временный домик этот. Им поставили его на месяц, сказали, мы его нормальный починим. Там деревянный стоит, 2 года уже туалет. В этом доме конструктивно туалет не предусмотрен. У него проект без туалета. И, к сожалению, такой дом не один. Можешь это объяснить? К сожалению, такой дом не один. Этот дом должны были расселить еще в 11 году. Давайте необходимо будет для расчета финансирования. Я уже все сказал. У меня нету квартиры. Мы сегодня ходили по крышам. Вы знаете, на чем держится крыша в их доме? На одной деревянной палке, не закрепленной, которая просто стоит на лестнице. То есть, если ее задеть ногой, обрушится. Обрушится целый этаж. Еще раз, трупы, ребят, у вас могут появиться завтра.
И вы все будете без работы. Давайте вы расселитесь хотя бы с семьей с детьми сегодня. Сегодня я не расселю никого. Вы расселите сегодня с семьей с детьми. Нет, потому я что не расселю. Дети не могут находиться в таких условиях. Я еще раз вам говорю, я не расселю, у меня жилья нет. К себе их пригласите домой. Быть может, на самом деле вы сможете найти какой-то другой. Я еще раз говорю, я не расселю сегодня никого. Глава администрации настаивал, жилья нет, никого расселить не получится. Участники программы «Контрольный звонок» продолжили объяснять чиновнику, что выполнить требования людей он обязан. У меня двое малолетних детей. Малолетние в первом классе, в пятом классе. Мы детям не разрешаем дома бегать, вы понимаете? Все трясется, сосед ходит, чуть быстрее заодно. Все трясется, штукатурка сыпет. Как можно? У меня двое малолетних детей. Вот у них двое, еще меньше малолетних детей. В подъезд невозможно зайти. Вот, вот она, буквально 2-3 минуты прошло. Я зашел, она захочет, кричит. Я говорю, что такое, Галина? Выхожу, а там вот такой шматок этого обвалился. Как можно? Как? На улице дождь, который льет прямо в квартиры на электропроводку. А вы все обсуждаете. Про заседавшиеся. У нас в подъезде на первом этаже лампочка не горит, потому что ее залило, она замыкает. Если мы не обрушимся, мы сгорим. А вы знаете, когда льет дождик, я вообще сижу без света, потому что у меня все это в квартире. Весь этот дождь, все это льется у меня в квартире. Я вообще не включаю свет. И когда дождик, я боюсь, думаю, боже мой, господи, спаси. Я даже не знаю, в 12-й квартире я живу. Самая аварийная квартира, в которой вот именно все льется. У нас здесь есть малыша. Что хочешь попросить у тебя, Сережа? Мы ее дадим. В ближайшие полгода ты будешь жить в новой квартире. Не машинку, а новую квартиру нашим детям надо. Сегодня жить, если невозможно там жить, значит, предоставим маневренный. А прямо сейчас или когда? Нет, вы должны будете проехать, ваши родители посмотреть, для того, чтобы они посмотрели, в ближайшие дни отремонтировать, у вас здесь. Смотрите, ребенок плачет, стоит. Ну... Да вы посмотрите, смотрите, в базах наши. Наши дети боятся уже сами там. Вы были в конце концов, глава администрации приказал своим подчиненным проехать на место и своими глазами посмотреть, в каких условиях живут обитатели дома номер 128. Также чиновник распорядился подобрать временное жилье должного качества и в удобном районе. Представьтесь, пожалуйста. Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства Андрей Владимирович Чепенцов. Так, и вы сегодня, да, сейчас поедете на место? Да, прямо сейчас. Прямо сейчас. Вот у меня сын спит здесь, и здесь на него льет. Вот, пожалуйста. Вы понимаете это все? Этот диван я уже несколько раз меняла, и поролоны полностью все. Он не сохнет, пахнет там вот этой гнилью. Забравшись на чердак, чиновники собственными глазами смогли убедиться, что дом буквально трещит по швам. И каждое неаккуратное движение может привести к трагедии. Смотрите, вы сейчас просто слазили оттуда, и вот упал вот такой вот кусок на голову одной из жительниц этого дома. Это была я. Это не шутки. Видимо, только теперь, почувствовав на себе всю опасность сложившейся ситуации, слуги народа поняли, надо срочно что-то решать. Иначе все может закончиться несчастным случаем. Давайте обсудим с жителями нам предложение, какое у нас есть. Каких перемен ждать жильцам аварийного дома? Я в очередной раз извиняюсь перед жителями локомотивной 128. Кто сможет претендовать на временное жилье и что будет со старым домом? Сергей Сергеевич, какие меры были приняты? Что вы планируете сделать? Как вы планируете помочь людям? Ну, здесь каким образом? Во-первых, я еще раз повторяю, спасибо бригаде НТВ, то, что вы обострили эту ситуацию. Я в очередной раз извиняюсь перед жителями локомотивной 128, то, что ситуация сегодня зашла вот в такую неприятную ситуацию. Я сегодня дал команду, во-первых, в течение 2 недель до 1 октября дом будет отремонтирован, кровля дома, электроэнергия. Ни одной копейки жители дома за этот ремонт не заплатят. Это я говорю вполне авторитетно. Александр вот проехал по резервному фонду нашему. Есть на сегодняшний день резервный фонд, он не самый лучший, но мы предлагаем микроавтобус, есть, он стоит, всем, чтобы жители проехали сейчас. Это дома 50 лет ВЛКСМ, Московская, Хрустальная, Локомотивная 104, Поливинская, Рябикова, Туполева, проспект Беляев 101. Это все однокомнатные квартиры, с тем, чтобы вы их посмотрели. В течение 10 дней
Мы сделаем там косметический ремонт для того, чтобы там можно было проживать. И где нужно, заменим сантехнику для того, чтобы все необходимые условия для проживания, для временного проживания, они были. Я с сегодняшнего дня, коль я определил там вести ремонт, в 19.30, в 19, я буду ежедневно на вашем доме. И Андрей Владимирович, председатель комитета ЖКХ, в ежедневном плане будет передо мной отчитываться, что произвели, что сделали и какие дальнейшие вот эти работы. То есть чиновники обещают предоставить новые квартиры всем жителям этого дома не позже 1 ноября 2014 года. До этого времени те, кто захочет, смогут жить во временном жилье, где будет произведен любой ремонт по требованию жителей. Такое предложение жильцов дома устроило. Этим же вечером они поехали смотреть квартиры из маневренного фонда. Если вы соглашаетесь, вас планировка, расположение, площадь устраивает, то администрация города занимается отделкой этого помещения. Какой срок? Ну, как вы говорили, где-то 2 недели. Но опять же, мы о чем говорим? Это будет постелено полы, правильно я говорю? Да. Это будут обои, это будет сантехника. Ну, и туда. Ну, соответственно. А команда программы «Контрольный звонок» отправилась дальше. Впрочем, если чиновники из городской администрации вдруг не выполнят своих обещаний, жители дома знают, как нас найти. Пушкина команда программы «Контрольный звонок» приехала, чтобы помочь 9-летней Вике Анисимовой. Сотрудники местной соцзащиты 1.5 года не выдают ребенку слуховой аппарат. Без необходимого устройства девочка может потерять слух навсегда. По федеральному закону о социальной защите инвалидов, чиновники обязаны обеспечить Вику слуховым аппаратом. Напомним им об этом. Так вот, у нас вопрос насчет Вики Анисимовой. Девочки, которые не слышат. Вы не хотите ее обеспечить слуховым аппаратом? 1.5 года ее футболят. 1.5 года ее футболят. Неправда. Ей когда-то давали, 4 года назад, да, если я не ошибаюсь, этого аппаратуру, да, слуховую. Да. Вот, 4 года прошли, теперь это положено опять. Через 4 года, чтобы ей не выдали эту аппаратуру. Управление решает, как может, вопросы по обеспечению. Уже 1.5 года маме решает, да? Объяснили. О том, что очень серьезное заболевание, Наталья узнала, когда Вике было 2 годика. Малышка долго не могла начать говорить. Сдали анализы, прошли обследование. Тугоухость 4-й степени. Диагноз медиков звучал страшно. Я думаю, месяц остановится. Я, наверное, полгода не могла в себя прийти, как это будет. И дальше вообще, как она будет жить, как чего будет у нас. Спустя несколько месяцев хождения по врачам, проблема наконец-то решилась. Девочке слуховые аппараты. Приборы бесплатно выдали в соцзащите. Вика росла и развивалась не хуже своих сверстников. Все было хорошо. Но слуховой аппарат – это технический прибор, который через 4 года эксплуатации приходит в них, и его нужно менять. Устройство, которое Вика носит за ушком, необходимо было заменить еще в прошлом году. Вот все, его можно на помойку. Уже работает так, для, чтобы она хотя бы слышала. Мама, я приеду. Пуки хотя бы, что зовут. Все, вот видите, я его подклеиваю вот этим пластырем, чтобы вот не выпадал батарейный отсек, потому что он уже не держится совсем там. Наталья отправилась в управление соцзащиты и написала заявление на замену. Но к ее удивлению никакой реакции от чиновников не последовало. Они сказали, что государство деньги будет выделять. Это первое, что им сказали. Потом она мне стала говорить, что контрактов нету. Это просто бездушные люди, я просто не знаю, это просто зажравшиеся, наверное, я бы сказала, такие люди. Девочка с каждым днем слышала все хуже и хуже, начала отставать в учебе. Женщина пыталась объяснить чиновникам, что аппарат нужен дочери немедленно, иначе последствия отставания в развитии будут необратимы. Но ответ был один – ждите. Давай посчитаем. Сколько рыбок здесь? Сколько рыбок? Рута. Хрюшек сколько? Жаворонок. Кот. Кошка. А это кто? Собака. Собачки. Да она не слышит вообще. Потому что когда мы на ночь снимаем аппарат, она ложится спать и темно, если в комнате. Я ей ничего не говорю, она мне говорит, свет, не слышу, говорит. Врачи объяснили Наталье, что если Вика в ближайшее время не начнет вновь носить аппараты, то может потерять слух навсегда. Когда в соцзащите отказали в очередной раз, женщина решила обратиться в программу «Контрольный звонок». Я хочу 300...
Заявка направлена в Министерство соцзащиты. Она давно. Министерство соцзащиты. На сегодняшний день для того, чтобы дать направление, должен быть подписан контракт. Скажите мне, пожалуйста, вот вы туда направили, до сих пор нет ответа. Вы интересовались дальше, почему нет ответа? Красноярск, вот обратитесь. Вы получали ответ? Вот смотрите, вот он ребенок. Вы подъезжали? Выезжала несколько раз и звонила постоянно. Да. Казалось, чиновница просто не слышит Наталью. Монотонным голосом Лариса Владимировна повторяла одно и то же. Заявка направлена, ждите. Участников команды контрольного звонка такое положение дел, разумеется, не устраивало. Она ничего не слышит, вы понимаете, вот сейчас она ничего не слышит. Я понимаю. Давайте предпринимать сейчас решение. Сейчас давайте предпринимать решение. У вас есть дети? Скажите, есть у вас дети? У вас красиво работает. У меня никак. Есть проблема, вы ее не решаете. Проблема вот она, понимаете? Вы ее не решаете. Вам нужно было сделать 20-30 звонков, сколько угодно, столько, сколько. Вы сидите вот так, снимайте вот. Посмотрите, если не ребенок. И письмо уже ребенок. О чем мечтает? Вот вы мечтаете. Ребенка решили быстро вопрос. Сегодня решили. Лариса Владимировна, вот вам идет маленький ребенок и дает вам вот эти вот все мечты, что она написала, нарисовала, и обращение к вам. Можете взять это сейчас в руки и посмотреть? Даже человек не слышит, понимаете, даже человек не слышит, просто даже не идет навстречу. А как он может слышать? Даже просто нет чувств, понимаете? Вы приезжали к нам, когда приезжали специалисты протекс-центра. Специалисты с протекс-центра приезжали со слуховыми аппаратами, предложили вам заключить договор, контракт, никакого кредита. Давайте поедем сейчас с нами в прокуратуру и там посмотрим, что там будет за документы. Договор, целевой займ я беру у банка, чтобы погасить 230 тысяч за эти аппараты. Я когда увидела, мне плохо сделалось. Вместо того, чтобы выписать направление на получение бесплатного аппарата, чиновники предложили матери-одиночке самой взять деньги в банке. При этом пообещали, что они выплатят займ. Но в договоре, с которым внимательно ознакомились сотрудники Пушкинской прокуратуры, нет об этом ни одной строчки. Ведомство подало иск в суд, чтобы обязать соцзащиту выдать слуховой аппарат без банковского займа. Но ребенок не может ждать, аппарат нужен прямо сейчас. Теперь я объясняю, что такое договор займа. Заключается договор между банком, предприятием и заявителем о том, что заявителю предоставляется аппарат, деньги, которые затратит протекс-центр вот на этот аппарат, будет перечислен вот банк, а банк по этому договору перечислит организации. Государство гарантирует получение технических средств и услуг, средств реабилитации за счет средств федерального бюджета. Федерального бюджета, ни кредита и нет целевого займа. Ни присутствие больного ребенка, ни материнские слезы, ни законные доводы участников программы «Контрольный звонок» не действовали на чиновницу. Лариса Владимировна продолжала настаивать. Вариант с банковским займом – единственный способ обеспечить Вику слуховым аппаратом. Если полтора года вы не можете решить проблему эту, то также вы можете не выплатить эти деньги, если они все свои. Есть такой вариант. Да. Мы сейчас будем решать, мы не уйдем никуда. Что вы это оплатите, вот сейчас прям вы мне напишите при всех, что вы вот это оплатите, 230 тысяч. Я подпишу этот договор, только вы его оплатите. Прямо справки мне давайте. Взять на себя ответственность по выплате займа чиновница, разумеется, отказалась, а затем потребовала, чтобы съемочная группа покинула кабинет. Но команда контрольного звонка решила стоять до последнего. Прямо из кабинета звоним вышестоящему начальству. Евгений Борисович, вот такая проблема. Есть 9-летняя девочка, которая живет в Пушкинском районе, и она не может получить слуховой аппарат уже полтора года. Я не слышу. Вот видите, речь какая-то. Слышите меня? Она даже говорить уже хорошая. Не может. Скажите, пожалуйста, за полтора года были заключены контракты? Проводились конкурсы. Данные полномочия мы реализуем за счет федерального бюджета, поэтому нам средства предоставляются. За эти средства мы требуем. Отлично, за полтора года были средства? Выделялись. Отлично. А мне говорили, что нет. Оказывается, деньги выделялись. Единственное, что должны были сделать сотрудники соцзащиты, выписать направление. В этот момент неожиданно для всех Лариса Владимировна замолчала. Мы хотели узнать, за полтора года, который мы ждем слуховой аппарат, вам выделялись из министерства деньги?
слышите нас? Вам выделялись деньги за полтора года? Ваш начальник непосредственно говорит, что деньги выделялись. Что у вас за позиция сейчас такая? Стоите и отгородились от нас, и стоите, ничего не говорите. Картина, опять. Чем вы поможете ребенку? Неожиданно в кабинете появились сотрудники полиции. Лариса Владимировна сообщила, что ее рабочий день закончен и спешно покинула здание. Лариса Владимировна, куда вы убегаете? Я сейчас сразу. Ситуация зашла в тупик, ведь, по словам чиновников, обеспечить ребенка слуховым аппаратом в ближайшее время просто невозможно. Решать вопрос съемочная группа отправилась выше, к начальнику управления Пушкинской соцзащиты Ольге Железовой. Скажите нам, почему полтора года ребенок не получал аппарат? Вы же в суде что-то будете объяснять? Когда ваши действия признают незаконными... А почему вы не хотите услышать то слово, которое сейчас сказал мой коллега полтора года назад? Я даже прошу, говорили, я не давлю. Я не давлю, я просто вам говорю о том, что полтора года назад также вы говорили. Она несколько, сколько раз ходила, да? В течение полтора года. Все, она измоталась. Понимаете, у меня сердце болит. Ребенок уже болит. Никаких действий. Не надо мне угрожать. Съемочная группа провела в кабинете чиновницы около получаса, после чего Ольга Железова сказала, что возьмет ситуацию под свой личный контроль и пообещала, что в ближайшее время Вика получит новый слуховой аппарат. Я ребенку помочь не отказываюсь. Ребенок получит слуховой аппарат. Что надо сделать, чтобы чиновники нас услышали? Спасибо вам большое. Мечты должны сбываться. Через некоторое время чиновники сами приехали домой к семье Анисимовых и вручили счастливой девочке новый слуховой аппарат, а также все, что ей положено по закону. Телевизор с субтитрами, специальный телефон и голосообразующее устройство. Раз уже в дверь звонят. Здравствуйте, я говорю, здрасте. У нас все для вас нашлось. Сразу все нашлось. Я думала, буду кричать, наверное, на всю округу, что нам все привезли. Что она теперь слышит, что она так рада была вчера. Она ее четко слышит теперь. Я теперь ее зову, даже с кухни. С ванной оттуда зову, она приходит и все, и отвечает, что надо, нормально все это. Вот. Я очень рада. Спасибо вам большое. Сотрудники программы «Контрольный звонок» решили подарить Вике подарок, о котором девочка давно мечтала. Ой, моя братья, я сейчас не могу. Вика, чтобы тебя никто больше никогда не обижал, он тебя будет защищать. Он будет защищать тебя, поняла? Защищать будет. Весь вечер счастливая Вика провела со своим новым маленьким другом, а ее мама впервые спокойно отдыхала. Думать о проблемах больше было не нужно. Аллергия, пищевые отравления, нарушения в нервной системе и хронические заболевания. Это, по мнению экспертов, далеко не полный перечень болезней, к которым приводит употребление воды, текущей из-под крана у жителей города Касли, Челябинской области. Здравствуйте. Однако недавно вступивший в должность глава Каслинского района Александр Грачев, как и его предшественники, не спешит бороться с этой проблемой. Только после вас. Команда программы «Контрольный звонок» решила напомнить чиновнику о его служебных обязанностях. Вода грязная, нужно что-то с этим делать. Давайте. Какие вы готовы предпринять шаги? Взять пустые баллоны, пойти к колодцу, набрать воды на день. Подобный ритуал привычен для жителей отдаленных деревень и сел, но никак не для жителей города в 21 веке. Тем не менее, каслинцы давно привыкли ходить за водой к колодцу. Пить воду, которая течет из-под крана, у них в квартире нельзя. Она самая неприспособна для питья. Я, например, нанимаю, мне вот уже года три привозят, пью привозную воду. Даже посуду мыть не годится наша вода. И никаких мер не принимает. Никому это не нужно. Проблема в том, что фильтровальная система города безнадежно устарела и практически не работает. Мутный такой осадок, такая вот вода.
постоянно осаждается. А вот пластиковая бутылка, которой долго пользуешься, вот это на дне уже не оттирается. Ничем. То есть вот такое черное дно и остается. Там еще что-то плавает, да, наружу это как-то вообще невозможно пить. Наша съемочная группа отдала воду, взятую из-под крана в одной из каслинских квартир, на анализ. Экспертиза показала, что содержание железа в воде в два раза больше нормы, а содержание марганца – в 8. Ну, вот когда это самое, чистит зубки там или моется, и у него привычка такая – глотать воду. Вот. А потом после этого у него начинается та самая тошнота. Даже вот когда поест еду после этого, он как будто бы помылся, его начинает рвать. Вот. И потом мы, естественно, находимся на больничном. У меня и у сына язвенная болезнь. В нашей семье уже два человека, которые этим страдают. Надо отметить, что администрация города организовала подвоз питьевой воды в каждый двор. Три раза в неделю. Это на бумаге. А по факту, со слов местных жителей, машина с канистрой приезжала едва ли раз в неделю. А недавно к ним и вовсе перестали доставлять воду. И если мужчины еще способны несколько раз сходить с бидонами к колодцу, то одинокие старики и женщины фактически остались без воды. Можно попросить секретаря стаканчик пустой? Спасибо. Водичка ваша. И вы, по-моему, тоже здесь живете. И хотите, чтобы люди ее пили? Давайте сделаем так. Александр Ильич, глоток. Давайте сделаем глоток. Глоток за здоровье граждан. Проблемы есть, Александр Ильич? Конечно, есть. Большая есть, проблема. Хорошо. Для того, чтобы вопрос был решен, так. У нас прошли выборы. Прошли. Избрали главу города и главу района. Чего могу человек решать это решение там нового? А куда вы убегаете? Я не знаю, что все. Нет, Александр Ильич, не пойдет. Мы к вам пришли за решением проблемы. Это конструктивно. Вот смотрите. Организуйте доставку воды. Ее прервали, она была. Организуйте ее здесь и сейчас. На данный момент жители не получают воду, которую бы они могли... Вот у нас есть вопрос. У вас дома нормальная вода? То есть вы моетесь полноценно, да? Или как? Откуда воду берете? У меня частный дом. Поэтому вас не касается эта проблема, да? Мне эта проблема касается, так как я сейчас на сегодняшний день избран. Вот я вам еще раз говорю. Ну, только косвенно. То есть не прямым. Здесь происходит. Если бы у вас каждый день была такая вода. Чей-то заказ? Ну, сейчас мы заказ людей, которые живут в этом городе. Нам обратились люди, которые плачут каждый день. Можем проехать, посмотри, помыться, не попить. И спросить, кто они. Вот, результаты экспертизы. Вот, смотрите. 7 раз превышает норму. Заключение. Магии. Данная проба воды по исследованию показателям цветной, железа не соответствует требованиям Санпина. Вопрос к вам. Я еще даже удостоверения нету, понимаете? Какого удостоверения? Нет, вы же сказали, что вы уже работаете. Нет, не делаете. Давайте работать. Мы вместо того, чтобы привлекать, мы готовы. Вы убегаете. Я никуда не убегаю. Народ сказал доверие. Не надо какие-то конструктивные предложения. Не надо предложения. Есть выделенные деньги, которые выделены, которые должны быть освоены. Вот сейчас этим вопросом плотно будем заниматься. Хорошо, давайте конструктивно перейдем. Александр Викторович, до тех пор, пока у людей в кранах не пойдет нормальная вода, нужно организовать доставку воды, чтобы они могли мыться, чтобы они могли пить воду чистую. Нет, стоп, а вы тут при чем? Потому что к нам обратились... В конечном итоге слуга народа спрятался от нас в подсобном помещении, а команда программы «Контрольный звонок» продолжила разговор с главой города Касли Юрием Скулыбердиным. Недавно в Каслях, так же как и многих других регионах, прошли выборы. Юрий Скулыбердин был избран главой города, однако с его слов в должность официально вступит лишь через несколько дней, а до этого предпринимать какие-либо действия он не будет. Вопрос простой. До пятницы людям что пить? Очевидно, воду. Какую? Вот эту? Ну, есть другие, наверное, источники. Какие источники? Колодцы, скважины. То есть вы предлагаете всем гражданам дружно выстроиться с ведрами в колодцы? А кто не может? Бабушка, например, набрать? Инвалиды, пенсионеры. Проблема, конечно, в той же самой истории. Ну так вы выбраны решать эту проблему. Вы сказали, что вы уже выбраны, да? Что вы не сами планируете когда-то занять это место, а вы уже назначены, выбраны. Выбран. Так. Вы не хотите помочь им решить? Естественно, хочу. Давайте решать. Вы что сейчас предлагаете мне? Каким образом я решу? Например, как организовать подвоз воды. Да. Это не конструктивно с вашей точки зрения? Я не могу пока ничего организовать. То есть люди умирают от жажды, да, сейчас? А вы не вступили в должность. Так, меня еще что нужно? Присутствие ваше минимум. Если вы не можете решить вопрос, ваше присутствие. Я буду решать этот вопрос. Вы должны быть в должность. Да, совершенно верно. Что
Что ж, раз избранный глава города решить вопрос не в состоянии, то тогда идем к человеку, который временно продолжает исполнять его обязанности, Вячеславу Пшеницыну. Появление нашей съемочной группы буквально застало чиновника врасплох. Вам придется задержаться сегодня, ребят, уходите. Здесь еще не вопрос о проблеме граждан. Я так понимаю, что только вы компетентны на данный момент решить вопрос здесь и сейчас. В смысле решить? Людям нужно что-то пить. Согласны? Подводится вода? Вода не подводится. Вот что вам сказал? У нас нет ни одного. Граждане сказали, например, которые к нам обратились. Например, по Фомину? Фомин да. Отдаст? Да. 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 Медведева Нина Александровна, стадион 88. Нина Александровна, Вячеслав Александрович говорит, что вы врете. Что вы с водичком привозите. Я не говорю, что я вру. Ну, что водичку не будем привозят? Ну, вы говорите, что водичку привозят? Договор у нас заключен. Так, вот. А договор заключен, а воды нет. Почему? Почему у нас воды нет? Все вы, нам как, воду не возят. Вы куда нам обращались? Вы ко мне лично обращались? Я везде обращалась. Я везде звонила. Вячеслав Александрович. Да. Вы на сегодняшний день уже не глава официально. Исполняющий обязанности. Спасибо, не... На сегодняшний день исполняющий обязанности. Он не исполняющий обязанности. Поскольку сегодня уже вы пришли под конец рабочего времени, 5 часов, то есть с наступления, пять минут, грубо говоря, 6-го, у нас уже исполняет обязанности наш настоящий глава Скулыбердин Юрий Григорьевич. Очень интересно. Ну, да вы что разговариваете с Юрием Григорьевичем? Тот сказал, что с пятницы будет исполнять обязанности. Может, сегодня? Чиновники продолжали перекладывать свои обязанности с одного на другого. Но команда программы «Контрольный звонок» была твердо намерена решить эту проблему сегодня. Раз сотрудники городской администрации не в состоянии обеспечить жителей Кослей чистой водой, наша съемочная группа отправилась дальше, к руководству области. Мы заходим в кабинет к заместителю председателя правительства Челябинской области Сергею Шалю. Проблема заключается в том, что люди открывают кран, а у них вот такая вот жижа течет из нее. Некачественная вода. Некачественная вода. Некачественная. Мы сделали анализ этой воды. Скажи, а в курсе этой проблемы? Нет. Вот по стадиону 800. Не по стадиону, а вообще по городу. По всему городу? Вода пригодна, вода проходит соответствующие анализы. Для этого есть Роспотребнадзор. Это же город. Может быть, где-то вода и некачественная, где-то вода качественная. Мне тоже трудно жить. Нам всем трудно жить. А у вас тоже такая вода из крана? У меня из крана такая вода не течет. И такая вода из крана в Челябинской области не течет ни у кого. То, что вы набрали воду в ближайшие лужи... Вы лично готовы проехать убедиться? Прямо сейчас я никуда с вами не жаль, пойду. Потому что вода там течет рыжего цвета, с кусками, тины и грязи. То есть мы вам озвучили проблему, которую вы не были в курсе. Теперь это смысл. Нужно что-то придумать, как ее решить. У нас есть конкретно два предложения. Да. Первое. Это нам хочется от вас услышать точные сроки, когда у людей из крана пойдет нормальная вода. Что для этого сделать, опять же, мы хотели бы от вас услышать. И второе, организовать нормальный подвоз воды, чтобы пока занимаются ремонтными работами, сменами фильтров и так далее. Чтобы люди могли пить, чтобы бабушке не нужно было куда-то там ездить, набирать воду, чтобы инвалидам, пенсионерам не надо было никуда мотаться. Чтобы они могли прямо, им приходили по квартирам, раздавали воду. Ну, хотя бы по 5 литров в день, я думаю, это нормально. Вы мне задали вопрос, что я предприму в этой ситуации. Я дам поручение главе Кахтинского района, кто бы сейчас не исполнял его обязанности. Первое. А. По указанному вами адресу, записанному мною, это улица Стадионная, дом 88. Да, дом 88. Первое. Организовать комиссию. Комиссионно взять пробы воды в этом доме, обследовать ее, исследовать, чтобы мы были убеждены, что именно та – это вода. После того, как будет сделан анализ воды, будет принято, соответственно, только после этого можно принять решение. Значит, после того, когда мы возьмем эту воду на анализ, после этого будет, соответственно, мы сможем принять решение, соответствует она или нет. Потом нужно выявить причины, почему не соответствует. Так, а люди все это время будут страдать. Если они даже не моются той водой, которая идет из-под крана. Слушайте, многие люди просто не моются. Все. Абсолютно точно у нас есть проблема с чистой питьевой водой в отдельных поселениях. Да. Абсолютно точно в Кослей это не самое острое место, где самая плохая вода. Вы сказали, что будет назначена экспертиза, которая проверит надлежащего качества вода в этом доме и так далее. А мы были у главы района, у главы города,
Они подтвердили, у них уже есть на руках экспертиза, согласно которой по всему городу вода ненадлежащего качества. Но местная власть, к сожалению, не может надлежащим образом решить этот вопрос. Не может или не хочет, потому что в связи с перевыборами они начинают перекладывать проблему с одного на другого. Когда мы пытались поговорить с Владимиром Грачевым, Александр Викторович заперся у себя в подсобке. Поэтому нам хотелось бы, чтобы вы совершили лично ему звонок и дали распоряжение, чтобы он вопрос решил. И все. Обязательно. Могли бы это сделать прямо сейчас, тогда мы все соберемся и уйдем. И все. Я позвоню Грачеву. Да, все. Да, добрый день, Александр Викторович. Как у вас дела? Ничего. Так вот, они сейчас все у меня. Вот мы уже 40 минут здесь беседуем на тему того, что в Кослях вся вода неудовлетворительного качества. И весь город стоял, у меня стоит какая-то бутылка черной какой-то мутной жидкости, которую якобы набрали, значит, в доме стадионной. Стадионная 88. Вопрос задайте, есть такая проблема? Баба говорит. Ты в курсе об этой проблеме? Что? В этот момент заместитель председателя правительства резко изменился в лице. Высокопоставленный чиновник уверял, что вода в Каслях абсолютно пригодна для питья, а журналисты попросту сильно раздувают проблему. Но глава Каслинского района сообщил ему по телефону явно другую информацию. Почему областные чиновники ничего не знали о масштабах проблемы? Откуда в водопроводе может взяться такого качества вода? И что теперь делать? Граждане, поднимите, пожалуйста, руки, кому сегодня нужна вода. Утолим жажду народа через несколько минут. Нет, ну то, что шел, это я понимаю. Нет, вот у меня, не знаю, два или три вопроса. Первое. Вот там нет воды или она идет, но грязная? Откуда в водопроводе может взяться такого качества вода? Ну, в городе, ну где? Слушай, я же сейчас не в город звоню, я же конкретно тебе звоню. И то, что кто-то берет и, значит, еще раз, я даю конкретное поручение, чтобы ты организовал, значит, чтобы взяли на анализ совместно с Роспотребнадзором, так? Вот. Конкретно у вас есть мероприятие для того, чтобы эту проблему, которая есть, ликвидировать? И сколько нужно времени? Слушай, какая разница, когда ты официально выступаешь? Ты там не вчера нарисовался, ну перестань. Ну что, хорошо, значит, на когда мы съемочную группу НТВ приглашаем на запуск центральной станции? Конец ноября. Не сделали. Начало ноября. Не сделали. Там же пускай. Точно сделаешь, я под камерой говорю. А пусконаладочные работы. Тебя избрали главой. Ну теперь твоя прямая обязанность оправдать доверие граждан и сделать, чтобы и вода была у вас чистая в районе, и отопление было, и чтобы косли у нас ушли из повестки, понимаешь? Вы у нас вот прям как отстающие двоечники. Куда ни косни, везде, куда ни кинь, везде косли. Долги самые большие у вас, вода некачественная у вас. Давай. Оказалось, что проблема все это время действительно существовала. Просто вышестоящему руководству о ней не было известно. Сергей Вернович, в заключение сегодняшней беседы хотелось бы, чтобы вы озвучили дату, когда мы можем приехать, хотя бы вот в стадионный 88, открыть кран и снять, что там вот идет приемлемая питьевая вода. Ну, глава района сказал, что он закончит работу до конца октября, но он имел в виду, скорее всего, конечно же, строительно-монтажные работы. С учетом пуска наладки, я думаю, что это абсолютно, чтобы быть уверенным, это середина ноября. 15 ноября приезжаем по этому адресу, у людей чистая вода из крана. Да, но у меня огромная просьба, в следующий раз предупредить заранее. Тем не менее, пока строительные работы по ремонту фильтровальной станции еще не закончены, людям тоже надо что-то пить. Заместитель председателя правительства дал распоряжение обеспечить на это время жителей Каслей водой. Александр Александрович, давайте посчитаем, сколько людей на данный момент нуждается остро в воде. Именно сегодня, именно сейчас. Хорошо. Граждане, поднимите, пожалуйста, руки, кому сегодня нужна вода. Хорошая, качественная вода. Чего вода? Через несколько минут слуга народа вернулся с полным багажником питьевой воды. Участники команды программы «Контрольный звонок» помогли ему разнести воду по квартирам. Спасибо, Мария.